Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Инна Криворот, и я менеджер компании FREB. Сегодня я записываю вам это видео с солнечного Египта, с города Шарм-эн-Шейх. Сегодня Рождество, я хочу вас поздравить с Новым годом, с Рождеством, пожелать всем счастья, здоровья, удачи, жить жизни своей мечты. Сегодня у меня ощущение, что я живу жизнью своей мечты, потому что я сюда приехала со своей семьей, со своими 3 детьми, и эту поездку я оплатила за деньги, заработанные в компании Forever. Я мама 3 детей, младшему моему сыну 11 месяцев скоро будет. И знаете, когда ты получаешь пособие от государства 860 гривен, а из бизнеса Forever ты зарабатываешь 1500-2000 долларов, будучи мамой в декрете, ты понимаешь, какие это возможности? Ты можешь показать своим детям мир, ты можешь повести их на Новый год, на Рождество, в теплую страну. Ты повышаешь свои стандарты, и ты понимаешь, что это только начало. И рассказав свою историю немножко, я хочу сказать, что я по образованию бухгалтер, у меня красный диплом магистратуры. И работала я в государственной службе, я работала главным бухгалтером, но, знаете, нигде я, даже имея такие знания, имея опыт работы, не могла заработать столько денег, чтобы я могла жить жизнью своей мечты. И только будучи в декрете, я познакомилась с возможностью бизнеса Forever, и за 2 года я вышла на доход 2000 долларов в месяц. Мой путь был долгим, но сегодня я понимаю, что оно того стоит. И неважно, долгий путь, короткий, как сказал мой наставник Сергей Савлович, у каждого фрукта свой период созревания. У кого-то быстрая история, у кого-то не очень быстрая. Это вообще не важно. Каждый может прийти к тому успеху, к тому финансовому доходу, который он сам себе поставит за цель, который он будет двигаться, преодолевая какие-то препятствия, работая над собой, над своими навыками, над своими личностными качествами, слушая своих наставников, слушая лидеров компании, слушая людей, которые уже имеют результат. И только тогда вы сможете прийти к своему результату, когда вы будете сначала учеником, хорошим учеником, который будет беспрекословно следовать за своим учителем. И поэтому хочу каждому из вас пожелать счастья, успехов в бизнесе. Никогда не сдавайтесь. Знаете, ваша цель будет достигнута только в том случае, если вы не будете сдаваться. И жизнью мечты, своей мечты может жить каждый человек, и каждый достоин жить в изобильной вселенной.